Как отвлечь современных детей от мониторов компьютеров и заинтересовать молодежь спортом? В Самарском районе нашли решение инновационное. Компьютерные игры перенесли на улицу. На Ленинградской провели спортивный фестиваль. Киберспорт – новое направление в компьютерных играх, где все выглядит очень реально. Сыграть можно в виртуальный футбол, баскетбол и волейбол. А после здесь же взять мяч реальный и попробовать самому сыграть как звезда футбола. Они же смотрят как по телевизору, там Криштиану Роналду, Лионель Месси обыгрывают всех и потом тренируются на приставке в свободное время, чтобы не уставать на улице. А потом выходят на улицу и отрабатывают то же самое уже сами. Я думал, что все будут стоять около PlayStation 4 и играть. Но нет, люди играют в шашки, приходят, детишки берут мячики, бегают, девочки прыгают на скакалочки, крутят обруч. Все интересно. Фестиваль «Самарский район. Территория спорта» провели впервые. На пешеходной улице несколько площадок для самых разных возрастов. Спорт и для тела, и для ума. А игры интеллектуальные еще и прекрасный повод для знакомства. Виктория и Александр встретились за доской для игры в шашки. Если посмотреть на людей, они как-то объединяются общим делом. Кто-то там играет в какие-то игры, в шашки. Поэтому я думаю, это прекрасно. Особой популярностью пользуется не самая распространенная игра – жульбак. Деревянные шайбы нужно забить в специальные лузы. Кто больше? Такое изобилие игр на одной из самых красивых улиц Самары не оставило равнодушным и гостей города. Место проходимое, да, много людей. Вот у нас были гости из Санкт-Петербурга, проходили, вообще были в восторге от Самары, как бы от того, что все так интересно происходит, да. И люди играют, свежий воздух, как бы рядом Волга, все очень интересно. Лето – время спорта, и впереди организаторы обещают еще немало соревнований на открытом воздухе. Сейчас готовится ко дню физкультурника. Он пройдет 12 августа. Марина Кравцова, Константин Головин. События.